Вот он, главный буфет. Вот. Размер очень большой. Сюда главная дорога. Спасибо. Главный буфет. Посмотрим, что здесь на обед дают. Сейчас просто глянем размер буфета. Можем начать отсюда. Здесь десерты, фрукты. Пекарня, разный вид хлеба. Это все еще хлеб. Что подают посередине? Суп. Итальянский мини-строни. Макароны, рис, пюре. Всякие овощи, мясо. Что у нас с другой стороны? С каждой стороны все разное абсолютно. Разные масла. Сколько тут? 6-8 видов салатов. И здесь опять десерты. Глаза разбегаются. Все абсолютно разное, вкусное. Свежий сок. Еще одна серединка. Сыры, колбасы. Что у нас с этой стороны? Дорогая. Мини-пицца с креветками, с солями. Четыре вида макарон всяких. Здесь что-то жарят, все, что хотите. Китайский рис, овощи. Курица терияки. Лапша азиатская написана. Разные виды спагетти, макароны, в принципе, жанр. Ты что выбрал? Что на кого? Причёное. Причёное. Креветок нет? А, лосось, что ли? Красота. Здесь прям печка жарят. Всякий хлеб, пицца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь вид пицц. Вот такие вот какие-то булочки. Со всякими разными. Здесь это с креветками. Это овощная. Это что-то с сыром, с колбасой. И еще какая-то с колбасой. Что у нас дальше? Морские продукты. Махи, крабы, всякие ракушечки. Здесь жарят стейки какие-то. Рыба опять.
А вот паэлья. Еще вот такую нам паэлью сейчас жарили на пляже в большом казане. А вот здесь отдельная секция детского меню. Мороженое. Конечно же, все, что любят дети. Четыре вида разных гамбургеров мяса. Свиной, куриный, рыбный и говяжий. На любой вкус. Также у них свой стол салатиков. И, конечно же, десертов. Желе. Хлеб. Сэндвичи. Опять салатики. С морепродуктов. Все очень много морепродуктов. Здесь у нас отдельный мексиканский угол. Все остренькое, все с сыром. Это их какие-то национальные вещи. Присадилась, такос. Опять какие-то такос. Мексиканские. Здесь тоже можно себе самому сделать такос. Намешать. Опять салат. Отдельный стол суши. Суши всегда есть на обед. И опять всякие какие-то помазки, что-то еще. Равное. И еще какой-то суп. По-моему, это холодный суп. Да. Это холодный суп, томатный холодный суп. Вот, по-моему, приблизительно все. Всегда украшения, всякие. Так что еда здесь обалденная.